Ja. Привет. Привет. Да, а ну закрывай. Хтось просипається, що це він спить? Що це він спить? Хай стає? Да? Угу. Ой. Звий його, де він там? Бачу? Да. Второй день не могу найти свою щоску, сынок. Ты представляешь? Угу. Мама так ищите. Кстати, тебе скинули 300 гривен за мышу. За что? Ну, за мышку. За мышку, ту. Да. Что? Ура! За ту мышку отправим сейчас. Ура! Где эта мышка? Мышка. Вот она. Где? Ага. Так, держи. Новенькая. Новенькая, да. Я тебе денежку сдачу дам. Видишь? Угу. Вот эту вот мышку купили. Мама еще есть, если что. Там еще есть с такой вот. Две штучки. Там есть со свечками. Да. Вот эту вот красоту забрали. 300 гривен. Шикарная. Мне нравится. Сам бы на Новый год поставил. Красивая штучка, правда? Да. Так что вот крыски родился. Угу. Так что, такие дела. Разве его, будем есть разговор. Разве батю? Сейчас разбужу. Что? Не видел, где я вчера расческу делал? Не. Вот такая хожу уже. Куда я знаю, где ты свою расческу делал? Вот, иди я тебе что-то покажу. Что? Вот смотри, сколько я сегодня утром сделала игрушек. Это я попугайчикам. Вот это вот пришил. А они что, играться будут? А конечно. Угу. А это волнистиком поменьше. Вот это тоже волнистиком. А вот это большим попугаем. Ничего себе. Волнистиком. Это угу. Замок, потому что открывают клетку и могут улететь. Это еще у меня... Смотрите, куда кота прицепила. Кого? Кота на стекло подцепила. А, да. Вот, сейчас еще лягушек покормлю, это я им туда вот эту штучку засуну. Кишуля, ты тут путешествуешь, да? Ты тут, опа, взял и кинул туда кому-то. Случайно. Взял, да, и уронил туда. Не, он яблоко. Кормит. То это кормишь так, да? Да, он кормит. Понятно. Хомяков, то свинку, то кормил, она он уже почти не ест. Я ее с рук кормлю. Давай, иди зови. Старушку. Вот. Видишь, как я ее запутала, ей холодно. Угу. Так, то дело так не будет. Ты решил его разбудить? Да. Сынок, что? Пока я утром пила кофе, у меня тут идея родилась. Какая у вас идея родилась? Я сейчас расскажу. Идея родилась. Идея? Просто. Тепличка. Ничего да. Себе. Это тепличка. И думаю... Вот... Где ты тут? В какой комнате будешь тепличку разводить? Тепличку буду разводить сейчас, сынок. Блин, что так буду делать? Тепличку. Где ты кружку делала? Идем, покажу, с чего тепличка легко и просто. Да я план сделала. Я понял, что из мусора. Из чего? Вот это вот, смотри. Тебе никто ничего не даст делать, если добро не дадут. Давай зови. Я знаю, так я тебе хочу сказать. Вот эта тепличка, смотри. Вот. Ну. Вот это мои обручи алюминиевые. Ага. А, ничего себе. Вот это вот берешь их вот так, разъединяешь. Ставишь на железные штыри, угу. В землю. Я понял. И вот так вот, вот такой я пирамидой. Понял, да. Вот одно. Ну и где ты это будешь делать? Второе, потом где третье, ты будешь потом делать? Четвертое. На штыри в землю, а потом сверху пленкой.
под низом выкопать такую ров небольшой и тепличка. Угу. И вот смотри, вот это посадить помидорки. Угу. Вот, это я так придумала. Вот это типа ступенечки. Ну, там прикольно. Можно с кирпичиков сделать. А вот это вот мои... Хорошо, я тебя услышал. Где ты это хочешь делать? Я их не буду сдавать. Я подумала, там мне дадут за них, ну, 100-300 гривен. А где ты это будешь делать? Металл. Тепличку. Тепличку? Да. В будущем где-то сделаем. А может, сватам отдам. И сваты там сделают, помидорки себе посадят. А зачем обручи выкидывать? Я знаешь, что вспомнила? У меня там в коридоре красный обруч поломанный. Угу. Пластмассовый. И думаю, зачем я его держу? А, я вспомнила, что это ж я думала, едите? Как тепличку сделать. Едите? Да. Да. Вот так вот сделать тепличку, тут посадить помидорки. А вот эти обручи, они же там... Ну понятно, у тебя пустые. Ничего не выбрасывается. Да, штыри да. Туда и в землю. Давай за вибачу. Пленку. И даже вот эти твои мечтания, вот. Потому что это никто не делать не будет. Где ты будешь делать? Едь в село в Чагове делать. Ну не знаю, пусть это будет в планах. Может быть кому-то отдам обручи. Ну, кума уже, наверное, сделала из деревяшек. Угу. Там на дерево сколько денег ушло. А это ж алюминий, ничего ему не будет на пленке. И вот это на штырях, аж штыри идут в землю. А вот этот большой круг над землей. И все. Иди, я тебе перчиком угощу, потом его давай, разгружу. Давай. Иди. Привет. Идите сюда, есть разговорчик. Ох и батя. Ох и батя. Вот пока он спит, я могу что-то творить. Творить, что-то думать, выдумывать. Вот это я что-то сообразила. Так, пока я сюда положу. Вовремя я вспомнила, что я их не сдала. Так, вот это сейчас я кофе, чтобы вы не съели, а вот это можете съедать с этим. С чем? С перчиком. Да? Да. Батя уже кушал, это тебе. Меня решила покормить. Да? Угу. Сейчас тебя покормлю. Вчера целый котелок сделала. Угу. Видишь, тебе один остался. Спасибо. Бате понравились, съел. Так а зачем вам две микроволновки, если вы разогреваете все на плите? Ну, один же перчик не будешь разогревать, лучше с юшечкой. Угу. А там, чтобы не забрызгивалось. Так, короче, я ей не пользуюсь почти ней. Ну, тут стоит так, где моя расческа, пойду причешу. Угу. Это я, конечно, никогда не пойму, не понимал, не пойму. Не буду понимать. Вот это вот. Даже не знаю, как с этим бороться. Вроде платишь за этот, за коммунальный. Воду все равно собирает. Говорю, не собирай, я ж плачу. Нет, собирает. Что? А, это... мне же сегодня еще в больничку надо. Какую больничку? Ну, к стоматологу. Угу. Ну, я тебя подкину. Можно было бы даже и на виноградники сделать, угу. На высокие такие штуки. Ну, пусть будут, не буду сдавать. Я думала, их сдам. Какой сдам? Что я за них получу? Пусть будут. Эти много места не занимают. Угу. Понятно. Кстати, погодка сейчас вообще красота. Не холодно, не жарко, идеально. Конечно, с тепличкой очень прикольно, только где его делать? В село никто ездить не хочет, далеко. Вот, разве что дома на балконе можно делать теплички. Тепличку на балконе. Нет. Не? А там они полежат еще, не знаю. А потом кому-то отдам. Может, сваты захотят помидорки садить. Угу. А может, мы на старость поедем в село, я не знаю. Село собралось на старость? А? Село на старость собралось? Не знаю, пока работаю, не поеду. А когда уже не буду работать, поеду. Мне же надо чем-то заниматься. Я же не смогу сидеть без дела. Кеша! Понятно.
Батя сегодня кишулю гонял. Да. Гонял, да. Гонял. Я заступилась. Говорю, не трогай моего Кешу. Он такой хорошенький. Он типа, что он кричит? Я говорю, да не кричит, он надо грушу ему дать или яблоко вкусное. Он тогда молчит, он сидит там, грушу топчет и молчит. А потом эту грушу разносит всем зверям. Каждую клетку несет и кидает кусочек. Представляешь, какой умный попугай. Ой, так, что там? Да, попугай как умный. Как там малыши ваши? Хорошо все. Хорошо? Да. Слава Богу. Собачки не кусают Святика? Кусают. Кусают? Конечно. Охраняет корм свой на кухне. Купили корм для собачек. Кася лежит возле него. И Святик, когда проходит мимо, она нападает и кусает. Ужас. Сторож страшный. Эти овчарки, это ж ты понимаешь, ничего. И так бежит? И залезла так. Ай! Да, да. О, да. А это просто. А Святик плачет. Знаешь, этот акула такая. Угу. Не акула, а крыса какая-то, блин. Это так чернобыльская крыса белая. Я когда с ними под одеялом, ну, когда я ложусь с ними спать и две вместе, они начинают друг на друга, я сразу так одеялом их, блин, с одеялом их жух накрыла и под одеялом слышу такое, друг на друга облетели, но одеяло же не дает. У тебя, между прочим, классное одеяло. Сколько метров это одеяло? Не метра знаю. Три, наверное, четыре. Как раз их накрыть, чихуашек вот таких. Я не знаю. Из этого одеяла вылезти не могут. Это гостевое, я не знаю, какое оно. И причем такое легкое, блин. Я такое одеяло вот это увидела у тебя. Очень удобно. Да. Легкое, большущее такое. Но это же на большой диван. Вот. Если на такую, как у меня кровать, привет, то оно будет на полу болтаться. То одеяло. Ой. Сейчас, сынок, еще чуть-чуть разогрею. Так это. Пойдет? Капитан Блэк. А это ему за что такие 07. гостинцы? А это ему за что такие гостинцы? Что? За что, батя, такие водички гостинцы? И Кока-Кола. Это он наколядовал, что ли? Вот это сейчас я так вел? Батя. 07, как и хотел. Так ты сначала сыну гости, пусть поест ребенок. Так ты ж доешь, да я ж даю. Ну да. Батя, смотри, вот что я придумала. Это вот с этих обручей. Давай потом ты ему расскажешь про эти обручи, хорошо? Ну хорошо. Потом расскажу, чтоб не было уже лишних слов. Слишком много информации. Да, это ж нужно, ты чашку нужно. Кофе выпила, и сразу у меня бум, идея в голову. Угу. Что оно так долго греется? Сейчас я на большой газ. Да. Я ж таки не курю сердце. Ты ж сказал Мальборо красная и Капитан Блэк. Ты ж курю. Нифига себе, Мальборо заказал. Зачем он? Задашься. А мне не надо. А мне зачем? А мне зачем? Як зачем? Ты хотел? Выпьешь? Соседа угостишь. Он же тебя угощает. Кошмар. Кошмар, батяня, ты шо? Сколько можно пить? Потому что тебе одному-то многовато. Спасибо. Пожалуйста. Так что, мы будем ремонт делать? Да. Косметический. Косметический? Да. Что? Можем косметический. Ну, да. Можем косметический, можем капитальный. Не, косметический. Потом сделать. Потом что еще? Ну так не ты же будешь делать, бать. Что ты нервничаешь? Вот, краны там поменяю я в ванной, такие уже, как я хочу. То батя хотел, я ему уступила. Думаю, ладно, он такие хотел, пусть будет. Но они себя не оправдали, поэтому теперь такие, как я хочу, краны. Поставим краны, и что еще тут сделаем? А с хламом что делать с твоим? А, в смысле, с каким хламом? Совсем. Да нету там хлама, корма остались на работу. Вот. В смысле нету хлама? И пока у меня хомячки, то как бы пусть живут в этих клетках. И... Пошли запакуем ту посылку. В хомячках. Ну, а перчик пусть греется пока. Греется, да? Пусть, ну, пока, да. И это. И вот эти костюмы, я думаю, что я к Новому году их куда-то пристрою. Кому-то отдам. Мне жалко выбросить. Я же их покупала, получается, искала, ходила по этих... Секендах с утра до ночи, чтобы найти какие-то
именно вверх. Кого? Ну, костюмы, обезьяны, там всякие свинки вверх, что, шорты, штаны. А вот эти то в магазине покупала шапки. То шапки уже там ради бога, но они не занимают места. А вот это вот все, мне же надо было все подыскать где-то. Так это я вот, вот это тоже покупала в сеттинге. Угу. Смотри, какая шуба просто, потрогай. Ты понял? Это была обезьяна. Так что я их... Ну, оно же тебе уже не надо. Не надо. Ну, так а зачем ты его держишь? Да, давай. Да, да. Если никто не забирает, то писали бесплатно, давай тогда. Так бесплатно бы отдала, если бы кому-то надо было. Угу. В Мосинах. Сейчас я руки помою. Надо на турничок залезть. Опа. А ну, смотрим. Кстати, за эту лягушку у тебя все время спрашивают. Хотят ли лягушку твою купить? А? Лягушку твою купить хотят. Какую? Вот эту. Вот эту? Да. У меня две. Не знаю. Вообще люблю лягушек. Ой, кстати, напомнил. Надо своих пузатиков покормить. Представляешь, вот то из двух лягушат один растет, а один на месте сидит, малюсенький такой, как Кеша. Второй его объедает. Ну, они одинаково едят, но один не растет почему-то лягушонок. Да? Угу. Один такой прям вес набирает не по дням, а по часам. Знаешь, такой, как карапуз целый. А второй не хочет. Ой, вот это надо сложить тоже на работу. Кешуля. 10 раз. Хватит. Хотя уже надо больше делать. Если это так не показатель. Так, вот это туда возьму. Что там с твоим хламом? Надо, мам, это так... Игрушки твои раздавай, продавай. Девай куда-то. Ну, так, я же хочу так сделать. Вот это хочу все. Вот тут опилки. И опять-таки, угу. У меня же еще хомячки остались. И эти. Вот эта игрушка, наверное, тоже пойдет попугайчиком. Большим попугаем. Ты что, как... Да маленьким деткам отдай кому-то. Да кому дети такие роскошные? Кому? Кому не предлагаю они? Да нафиг нам твои игрушки, у нас своих полно. Так попугаем не на радость. У меня попугаи, знаешь, как их... Потом разгрызают где-то. Где-то что-то отбивается, падает. Отдавай, там же кафель. А этот вон, что творит мой попугай. Он уже разнизал свою вот эту погремушку. И уже пришла малышка, вот уже подписчица пришла. Ага. И говорит, блин, ой, она рассказывает. Я даже не могу представить, что я здесь. Видно, так хотела в гости попасть. Не могу представить, что я здесь. А вот это вот от Кешки. Я говорю, бери себе на память. Она взяла вот такую погремушечку одну на память. От Кеши, да, он тут с ней разговаривал. Она вот по комнатам бегает, говорит, я не могу представить, что я здесь. А вот я здесь. И сюда заглянула, и туда. Короче, такой ребенок потешный. То я ей там этот был розовый такой красивый, я ей подарила. Так, вот это еще заберу попугая. А это гремит? Гремит. Не, вот это не гремит. Вот это они будут вот так, как щетики. Это привязать только на веревочку. Вот, Кися. Ох, я вижу, что ты уже ничего не хочешь не выбрасывать. Как ты выбрасываешь, так видишь, уже люди покупают твои вещи. Почему не покупают? Ну, купят, не купят, на базар вынесу, что там его. Что, вот игрушки вынесешь? Вынесу, да. Игрушки вынесешь? Да. Кому не надо на базаре? Здрасте. Что? У меня вот таких игрушки просто улетают на базаре. Да? А смотри у меня какой. Вот этого точно продавать не буду. Кеша, вот тебе сейчас... Будет с тобой разговаривать. Смотри. Кто разговаривает? Ой. Тяжелый случай. Разогрелся уже, голубец.
Перчик, точнее. Выключать надо. Там уже кипит. Тут опять уже что, проход заваленный. Ну, дайте вот я еще попугайчиком заберу. Потому что ты тут уже опять проход заваливаешь? Это же заберем на работу, подвезешь меня. А это вот пока, это уже в понедельник отнесу. Вот это и ту штуку. Угу. Иди садись, тебе перчик. Так ты накидай. Сергей Васильевич, так что по поводу ремонта? Дайте нам добро до этого, да мы будем, то ж без вашего добра дела не будет. Думай. Иди, сыночка. Так куда он денется? Надо все равно же что-то делать, не могу починить. То развалилось, то давай отвалилось. Или вилку. Что там тебе развалилось? Просто этот кран уже достал в ванной. Ой, блядь, устал. Тебе кофе варить? Муж! И зачем? Чтоб сердечко выпрыгнуло? Да не выпрыгнет. Давай мне ложку или вилку. Я ложку или вилку. Или вилочку, точно. Забыла сейчас. Закружилась голова. Давай. Ложечку сейчас хлебушка отрежу. Давай. Попробуем. Твой перчик. С колбаской. Это мед. Угу. Это мед. Это ты сама делала? Ну да. Или купила в этом? Это не купленное, это домашний. Я быстро нафаршировала. А батя сказала, туши стой, угу, на плитой. Ну, он, правда, поналивал аж на весь этот, и оно начало сюда выбегать, то пришлось плиту мыть. Ну, ничего, зато сварил. Угу. Говорю, давай, стой, качай армяне, когда. Я пошла своими делами заниматься, а он вот это все готовит. Угу. Пока я там что-то делаю себе. Ой, мне такая свинка уже старенькая. Какая? Ну, вот это моя уже фифа. И что? Ну что уже, убираю, она же уже не бегает по клетке, вообще лежит. Кушает, из рук кормлю. Угу. Ну капец. Только а это что, одета? Да, только угу, не покормлю, есть не буду. Только из рук давай. А сколько ей? Уже такое старое несчастное. А сколько ей? Ну, считай, что ей уже 80 лет или 70. Ну, не, по свинячьему сколько ей? По свинячьему да, ей ровно 6 лет угу, и 4 месяца. А сколько они живут? Ну, мальчики у меня жил обычно не породистая, она породистая. Угу. Вот. Но я ее купила в обычной куче на рынке, на аптечке. Угу. И она породистая, и породистые меньше живут, и, ну, как бы девочки меньше живут, я имею в виду. А мальчики есть? Больше живут. А тот был у меня такой обычный, гладкошерстный. Он 10 лет прожил. Потом угу, после него вот это купила эту фифу. Ну, как бы, угу, она такая лысенькая была, хотя длинношерстная вот такая шерсть. А была такая, купила засмоктанную, лысую. Так она вон постарела, опять лысенькая, лысая полностью. Тут чубчик есть и угу, на спине чуть-чуть, а вот тут все бока. А ты я делала, чтобы не холодно было? Конечно, холодно, не ну, отопление же еще не включили. Угу. Я делала кофточку, шью. Так обогреватель меня... притащи зверям своим. Кого? Печку, обогреватель. Ну, я у тебя же есть? Нет, знаешь, калорифер. Я думала масляный, грелочку ложить. Угу. А потом думаю, не буду. Это же естественный, ну, как бы процесс. Пусть она себе сама обогревается. Потому что мало ли, вдруг что-то перегрею. Ну с да. Грелочкой. Не, не надо ее перегревать. Ой. Да, поэтому пусть себе сама. Она не мерзнет, а делает кофту и все. Грелочку. И там поджаришь. Так она уже поняла, что я ее должна кормить. Ждет. Заговорила, она уже голову поднимает, а так вообще не ходит по клетке. Угу. Ну, еще радуется жизни. Старенькая жизнь еще радуется. Понятно. А что делать? Скажи, надо радоваться жизни.
сено уже не ест, а ест только зеленую травку. Появилась вот эта травка, так я и там на чистой территории щупать хожу туда травку. Ну, это закрытая территория там есть у нас. Я там им щупаю. Зеленую травочку, она ням-ням-ням. А сено отказалась грызть, не хочет. О, так пахнет. Я еще, знаешь, какое кофе хочу купить? Какое? Ну, для разнообразия. Потому что вот это мне как бы поднадоедает, вот этот Якобс. А вот тут вот он такой какой-то там вкус интересный. Где? Как будто или с шоколадом. Кофе? Да. Вот это Бакс, я уже нету. Вот эту бумажку я оставила, чтобы купить. Я всегда бывает так оставляю, потому что забываю, блин, чтобы не слетело. Вот, вот такое хочу купить. Там, знаешь, где? Там на рынке, короче, я нашла. Крема? Да. И вот это надо будет зайти купить. И потом думаю, блин, мы вчера так быстро прогнались по этому базару. Не надо было нам так спешить. Я бы еще купила капусты. Так а что ты не купила? А что ты не купила? Мы же в машине ждали. Ну, иди покупай, что хочешь, бери. Ты понимаешь, как... А теперь что-то крайнее, что мы что-то там ну это... Ну да, заморочилась я тем, что увидела вот такую тыкву. Увидела эту тыкву и захотелось мне эту тыкву. И что ты с ней будешь делать? Она килограмм, наверное, 30. Так я же хотела, да. Ну, ее поднять нельзя. Там ну, он за ту 20... тыкву хочет гривен 700, наверное. И она, знаешь, у него треснутая. Я ей говорю, это же ваша тыква треснутая. Разрежьте мне половину. Угу. Я хочу взять этой тыкву. Нет, это вся продается 10 гривен за килограмм. Угу. Я говорю, так она треснутая, она пропадет. Ее невозможно съесть. Такую. Не, ничего не режу, не продаю. Это оптом. Ему леньки просто. А, да. А второй рядом стоит и говорит, да он все равно пьяный, там спит в машине. Говорит, бери эту тыкву и иди, вот, смотри, она все равно у него пропадет. Да то он шутил. Так я говорю, так понятно, что шутил. Я говорю, так я ее не подниму, даже если бы хотела утащить. Надо сказать, помоги. Да надо было. До машины донеси, пол тыквы заберешь себе. А он прицепился, говорит, да блин, ну бери ты эту тыкву, он все равно ее выбросит. Я говорю, я ее не подниму вообще. Угу. Я на твоем месте. Я говорю, хотела свинкам купить. Но все равно же как бы дешево, 10 гривен. Я вот это думаю. Нам сказали на базаре, что картошка с Латвии. Латвия это же получается. Это сколько границ? Это Польша. Ну это далековато. Сынок, везут везде, отовсюду. Из Турции, апельсины. Да хотя, помнишь, картошку такое? С Египта да. была? Поэтому возможность Латвии. Да, поэтому. Отовсюду. Ну, это, ну тут тоже, у нас же Латвия такая маленькая страна, и это, и картошка есть. Конечно, есть. Да. У нас же тоже в одной части Украины нет урожая, короче, а второй завались. Короче, взяли себе картошку с Латвии. Ну, так хорошая картошка, красненькая. Угу. Я просто знаю, у нас красная тоже всегда вкусная. Это, да, что такое? Это розовая, синеглазка, все вот такие красные картошки, они очень вкусные. Они в супермаркетах идут дороже. А так их и не видно в супермаркетах. Их не видно. Да. Это в основном еще в сельпо можно найти. Или в Новусе. Вот. А таких вот бюджетных, типа АТБ, Экомаркет, там, то там вряд ли. Ты знаешь, это... Вот там всегда по дешевке. Да, в АТБ какая попроще. Морковку можно взять тоже неплохую. А то, что на базаре мы вчера спрашивали, сколько морковка? 27 гривен. Ну, так там отборная. А да, если это же мешок надо. Походить, где люди продают, то там мы видели и дешевле. Ну да, отборная. Там лук был, да, лук синий был, морковка, там был лук синий, слышишь? По 15 гривен, но он был такой, что его надо сегодня съесть. Ну да. И на сегодня-завтра. И морковка одного размера. Я удивилась, что как это, ну, просто точно, что отборная. Одного размера вся морковка. Mm-hmm. Как это шикарная морковка. Кися, где твои две упаковки? Морковки надо было взять. Что? Морковки надо было взять. Я шаурму готовил вчера. А у тебя морковки нет? Давай. Это такой, да не, успокойся. У меня есть, вот батя привез. На, Кисю. На. Не колядуй, на. Я не куплю морковки. Короче, это я сумку себе засуну. Угу. Можно мимо проходить, я куплю. Кого? Ну, кофе такое. Так
покупай. Что быстро у нас уходит? Свинка. Что мы будем делать дальше? Что по квартире. Да. Сегодня вот это отвезем. Ну, по пути ты меня завезешь. Угу. А это? Куда? Куда? А потом... Вот это? Да, на работу. Угу. А это зерновые я сейчас поставлю, сюда отвезу. Ага. Ну, у меня просто много, угу. А там сидят, это ж... Туда все и капусту приносят сотрудники. Нам, и все такое. Вот это вот барахлишко надо как-то... Чтобы так не было. Не, вот так вот это уже завтра, сынок. Я тебе завтра... имею в виду, что вот так вот... Вот то уберем и это, вот это. А потом... Его уже... надо вообще просто вынести, вот этот. Смотри. Он столько места занимает. А вот это стоит вот что? Без дела. Там... Тебе в машину не влезет? Какая? Ее просто выкинуть. Какая? Вот эта стоялка. А зачем она мне в машине? Что я с ней буду делать? Вот эта вот стоялка, ну, свист. Да, может... Зачем он? Куда мне его? В сарай запхнуть и там мешки сена положить. Куда, на работу? Угу. А зачем оно там надо? Ну, я не знаю, а где там сено? Там сено будет... Ну, хочешь, давай, 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 вытаскиваем на работе. Если не влезет, то там где-то приспособишь. Давай, забираем его отсюда. Она влезет, ты думаешь? Машину, конечно, я сейчас эти сложу, все влезет. Вот, вот давай, это будет давай, хорошая давай, штука для сена. Давай. Потому что оно там от ну, сырости... Главное, из домой. Ой, подожди, оно что-то еще упадет, еще свинья пострадает. И убирай, получается, давай. Что... Вынесем сейчас. Я как бы, ну не знаю. И мешок с игрушками забери, на работе отдашь вот этот вот сразу. Да, на работе не надо. Ты не что надо? Такое, да, они боятся, чтобы нигде инфекций никаких не было. Это ж коронавирусы. Понятно. И все такое, запретили мягкие игрушки. Угу. А они у меня, вон, видишь, почти все новенькие. Еще кому-то подарю. У меня еще один такой дракоша, блин, я ж один подарила. Ага. Сейчас покажу. Да ну не надо показывать, пожалуйста, мам, не надо. Давай доставать вот эту штуку. Пожалуйста, только не игрушки. Хорошо. И это... Так ты думаешь, что она залезет туда? Залезет. Да? Я сложу задние сиденья и засунем. Давай, убирай вот эту сумку. И она будет там в сарае на вот. Сено. Шикарно. И все. А потому что покупать сено, вот такой пакетик покупаем. Угу. Ну давай, дорого. Забираем. Этот, сейчас развалится, не давай вот это свинку. Подожди, сначала попьем кофе. Потом. Боже мой. Да. А что, давай сейчас это уже сделаем, вынесем на коридор, да и все. Пьем кофе. Ты что, кофе сегодня не пила? Я пила кофе, ну. Так я же говорю, если я еще попью, то может еще какая-то идея у меня вылезет. Угу. Давай, давай, убирай. Да. Крысок. Подожди, давай, ну, туда, за боковушки, пожалуйста. Надо брать. Вот. Бери за боковушки. А они теперь где? У меня на кровати будут сидеть. Это что такое за финта? Это ножик такой. Фига себе. Да, это... нож. Это откуда нож? Это, блин, это заточка какая-то. Угу. Тюрьма или что? Так это так... Нет. Прям... Это, бандиты. Блин. Что? Бандиты уже бегают. Вот так вот прям... Оп, такой оп, угу. Оп. Так, пошли попьем. Не работаешь. А потом придем вот это да убираем. Тут Кеша убрал. Слышно, что этот и ножик тут такой? Кормит. Игорь, так это этот ручной чикс. Работа, мне кажется. Ну да, это. Такой вот чикс. Так, а ну стой. Сейчас опасная вещь. Видите, какой ножик. Надо кому-то ножик? Пишите. Пошли. Так, да, смотри, товарищ я бегает. Я вижу. Идем. Попьем. А что сейчас? Попьем. Давай уже вынеси, мам, потом попьем. Давай это закончим. Нет. Давай, пожалуйста, закончим работу, потом кофе попьешь. А ты перец ел? Да, я доел, спасибо, вкусный. А вот тут что у меня такое? Опа, еще одни. Кому надо? Нет, вот нет. Много кто писал. Вот такие вот есть. Сколько хочешь за них? А, подожди, там минутка, а тут они все... Минута, разные. Да, минута. Минут. Это минута. Нет, тут две минуты. А это две минуты. Минутка делась, да. Тут 3, 5 и 10. Ничего и себе. Еще где-то минутка и 2 минуты. Вот две. Две. Две, это 5. 5. 10. Угу. Еще где-то минутка была. Придумано, что так сыпется. 10 минут. Это 3, по-моему. То есть это же надо такое придумать. Короче, по сколько продаешь?
это сколько? Тут тоже. Вот, ох, кстати, ты что, посмотри, вот какие красавцы. Вот это минутка или пол. Да, вот это ж бегут, видишь, пьяные. Угу. Посыпали все, потравили, они пьяные лазят. Пошевели тут, так сейчас и тут их вот. А может и нет. Сейчас увидим. Тут Кеша их кормит, подлюка. Ходит, вот это все раструшивает. Давай это. Это еще надо сюда. Убирать вот это все, что тут есть. О, еще один товарищ, что ты так, капец. Короче. Ты посмотри. Ох ты мой, посмотри сколько их. Угу. Давай вот это. Так. Так, так, так. Что там снизу? Милок. Оп, давай убираем. Контрасти. Корма какие-то. Так, нет, так, это, подожди, так. Это шо? Все мешок. Зачем ты так ну, кидаешь? Ну, давай, мешок, инструменты. Что они тут? Я даже не знала, что тут инструмент есть. Давай сразу в мешок, подожди. Это что такое? Это что такое? Краска, ребят, кому краска надо? По сколько? 100 миллилитров краски. Краска для этого. Для чего? Так. Крем-краска для волос с уникальным комплексом минералов, термальной воды и маслом жожоба. Короче, по 100 гривен вот такие вот. По 100 нормально будет? Эй! Я ее дам на керамику, ты понял? По 100 гривен нормально, не? Да нет, нет? Она уже, наверное, старая. Так а зачем она тут у тебя лежит? Ё-моё! Посмотрите, сколько тут. Бог ты мой, сколько запасов. Посмотрите, сколько тут запасов. Хоть по 50 гривен отдай. Что оно у тебя тут лежит? Ребят, по 50 гривен. Конечно, 9, 9, 10, 12 штук я уже нашел. По 50 гривен, ребят. Запечатанные. Ой. Надо, кстати, эту штучку убрать. У вас много места. Больше места появится. Так. Это что? Это уши какие-то. Это плащ. Угу. Плащ-пальто. Ох ты ж, блин, какой. Вон, смотри. Дави его. Быстрее. Руками. По хардкору. Как они полюбляют это все, когда вот это тут... А где ты его взяла, вот это вот, ужас этот? Да это недалеко взяла, где его... Недалеко, я понял. Как ты его притащишь? Недалеко, я понял. Витрина. Давай, бери там, а я тут, бери. Ага. Бери. Взяла? Ох ты мой, что тут происходит? Ой, то капец. Где она? То Кеша там... Ну, смотри, сколько этих клиентов тут бегает. Бог ты мой. Стоять. Одного задавил. И браслет мой. Чего тут мой браслет, ты скажи? Вот это. О, уже лучше. Ну давай пока на коридор и все, пусть давай. Стоит. Угу. Подожди, я тут протирать. Так обмести надо или на коридор обметешь? Блин, раздулась. Угу. Босиком иду. Удобно для кого-то. Все я постараюсь держать еще что-то. Пакет. Забирай, это мой. Положи его тут где-то. Кися. О, уже лучше. Ну, конечно, эти клиенты бегают. Прибил его. Стой. Что? Я сейчас подмету. Тапочки одень. Можешь одеть? Да я носки дома выкину. А? Они уже свое отслужили. Не надо их выкидывать. В смысле, они дырявые? Как это не надо? До нашего полностью. Да они вообще дырявые. Какой до нашего? Я поняла. Дырявых. Шо-шо? Не походит. Дырявых не походит. Ну так, зачем они мне надо? Ну уже все вытерлись, носились, там аж не аж светятся. Их давно уже надо выкинуть. Я
тараканов просто рукой задавил. Что? Говорю, таракана рукой задавил, то он мой руки. Не всякие переносчики. За раз. Вот. Видите, все-таки по чуть-чуть моя работа выполняется. Вот. А я же хочу только им, только желаю лучшего. Ты говоришь, где там макулатура берется? Смотри. Целый мешок уже. То коробки из-под тортиков, то уже сюда книги пошли. Подумала. Пошли в макулатуру. Куда же? Ну правильно, а зачем он надо? Сейчас давай по дороге его вывезем, да? Что? Выносить на коридор? Кого? Макулатуру. Так сегодня не принимают. Мне? Нет, ого, ничего себе. Сегодня выходной. Воскресенье выходной. Понятно. В субботу, по-моему, там выходной. Так каждый день там выходной. Просто что надо подобрать. Кися, что ты там делаешь? Знать. Вот, так уже лучше. А вот то, что за коробка. Канистер вакуум клинер. Где ты? Вот то, там где тоже. Бог ты мой, что ты сюда только не попритаскивала? Где? Да вот это. Так то пылесос обычный. Бог ты мой. Сколько, целый угол освободился. Угу. Что ты его заметаешь? Ты вот бей этого. Так вот уж, сейчас бью. Паучков не хочу. Так, паучков не бей. Так, что? А где та посылка? Вот это что же макулатура? Ну да. Вот так вот. Так живем. По чуть-чуть, видите, расслабляем квартиру. Как бы ни было. Вот. По чуть-чуть работа идет. С трудом. Но я думаю, мы дойдем до какой-то общей цели. Сегодня, видите, сегодня день оказывается удачный. Мы целый уголок вынесли, и поедет он на работу. Главное, что он с квартиры избавится. Вот. Плюс какая-то там макулатурка, он еще вещи. Мама, видите, подумала немного, поняла, что это и не надо, эти книжки. Так что будем по чуть-чуть избавляться. Работа идет, это долгая, очень нервная работа, но она продвигается. Вот, так что, я думаю, результат какой-то будет. Вот. Главное, что? Правильно, главное не сдаваться в любом деле. Поэтому я в этом деле тоже сдаваться не буду. Вот, ну что там? Кто там? Дави он клиентов. Так, уже лучше. Уже лучше. Вот тот еще тоже надо будет. Открывай. Кого? Мусорное ведро. Какое мусорное ведро открывать? Ну что, закрытое? Оно у тебя открытое. А, вот оно, да. Открывай, говорит, мусорное ведро. Так что вот так вот. Вот. Поэтому сейчас мы попьем кофейка. И поедем. Ой-ой-ой. И поедем на работу, потом еще маму завезу к стоматологу. Вот так вот. Завтра не знаю, что будем делать. Но, знаете, когда долго мучиться, что-нибудь получится. Вот я капаю на мозг. Видите, и выкидывается по чуть-чуть. А если бы я не вмешался, знаете, что было? Вот это все, что было тут, оно бы осталось и еще приплюсовывалось, понимаете? И еще бы добавлялось. А так я уже решил вмешаться, потому что все, свинок, слишком далеко это все зашло. Так, давай теперь помоем руки, угу, и побьем кофе. Потому что следующий этап это уже было бы заходили. Вот, так что так вот. Поэтому сейчас будем ехать. Смотрите. Красиво, красиво. Я бы еще выкинул
Ой, чуть подавился. Вот эту херню тоже выкину, и это тоже. Не все сразу, понимаете? Для Плюшкиных это большой стресс, сразу выкинуть весь хлам. Поэтому мы постепенно работаем над этим. Так что, пишите свои комментарии. Смотрите, ракушку уже закинули. Ждите продолжения, но обязательно будет. Да? Да. Будет продолжение? Расхламление квартиры. Ну да, ну я же говорю, пока мои животинки живут, то они будут жить, не бойся. Угу. Не бойся. Ты видел, вон какая у меня старушка? Она уже съест только с рук. А? Старенькая фифа уже. Я видел, да. Да куда ты? Давай кофе попьем. Да сейчас, сейчас. Вот так что. Все, видите? Покажу вам. Опа. О, ну не красота ж. Красота. Я думаю, за это можно прилепить и лайкосик. Вот. Вот это Адарабл. Отвезем сейчас на работу. Пусть нам что хотят хранят. Главное, что оно дома не будет. Вот, поэтому. Все. Короче, на этом видео подходит к концу, поэтому ждите продолжения. Мы сейчас кофейка допьем и будем ехать. Вот, это, кстати, тоже. Это тоже выносим? Или это еще не выносим? Это сегодня выносим? Это еще не все. Вот там не, сегодня выносим это или оно будет тут лежать вот еще? Вот это выносим, да. Ну это... давай я вынесу сразу. Что, вот это выносить, да? Да? Хорошо. Да. Так. Так, так, так. Опа. А где тапочки? На, вот это. Где тапочки? Давай, о. Я ж тебе предложила тапочки. А ты где их дел? Не вижу. Вот там. Красные. Где? Красные. Есть, я их не вижу. Ладно, я там носки буду выкидывать. Опа. Так, опа, опа, опа. О, красота. Смотрите. По вот чуть-чуть. Это. И это давай. Это тележки-то в коридор. А, это не выкидывается, да? Понял. Опа. Хорошая штука. В шоках. Соседи на шоках думают, что мы переезжаем. Они говорят, вы что, переезжаете? Угу. Типа, каждый день переезжаем. Да? Не? Вот. Так что, видите, расслабление движется. Так, мусор еще выкинуть. Все? А вот это не? Мам. А то он наполовину полный. Надо наполнить его. Потом. Так что, пока еще тут остается? Да. Это уже завтра. Это уже завтра? Я понял. Вот это завтра. То в стекло, да? Да. Ну, тут бутылочки. Угу. Которую за... я наш... тут нашла. Ну, у нас дома. Давай. Иди кофе попьем, потом будем думать дальше. Я же не могу сразу сообразить, что мне надо по ходу. Понятно. Наливай, наливай кофеек. А это, что ты еще хотела спросить? Что, спрашивай. Вот, так что, ну так вот, работа идет. Поэтому подписывайтесь, ждите продолжения, пишите комменты. В общем, все. Вот то все мы выставили. Оп, свет выключу. Так что, всем удачки. Всем, ребят, пока. До следующего выпуска.